Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Daewoo Nexia 2001 года выпуска. Пробег на автомобиле 367 тысяч километров. Устал двигатель. Стал все хуже заводиться. И в итоге, когда нагревается автомобиль, он вообще не заводится. На холодную еще заводится, на горячую нет. Померили компрессию в двух цилиндрах меньше 5 очков, а в двух ближе к 7. Двигатель масло ест, очень сильно дымит, сапунит. Капиталку делать уже не стали, потому что хороших запчастей полностью собрать на этот двигатель тяжело. Хозяин купил с разборки двигатель и перекинем сейчас его. Этот снимаем, другой двигатель устанавливаем. Поднимаю автомобиль, открываю капот и снимаем колеса. Снимаю батарейку. О, здесь даже не закручено. Снимаю воздуховод, откручиваю два самореза. Аж масло течет. Снимаю разъем. Проводку мы сейчас откинем и уберем в сторону. Двигатель сниму вместе с коробкой, пущу вниз. Сливаем антифриз, сливаем масло, отключаем патрубки. Попробую снять кондиционер, не выпуская фреона. Компрессор откручу, оставлю на кузове. Ну и думаю, что шланги мне тоже мешать не будут. Поднял автомобиль, снял боковые пластиковые защиты. И вот на радиаторе видно по ходу движения с правой стороны, внизу, сбоку пробка слива антифриза. Ставим емкость и откручиваем ее. Пока антифриз сливается, сниму приемную трубу. Спереди два болта откручиваю. И здесь у нас 4 болта. Щеткой по металлу почищу их. Залью. Думаю, что мне повезет, и они открутятся. А если им не повезет, и они не открутятся, я их болгаркой отрежу и заменю на новые. Болт на 13, а гайка на 12. Это пошла. Здесь.
вроде все нормально, откручу. Приемную трубу снял. Ну и раз мы находимся снизу, ослабляю подушки и ослабляю и снимаю рабочий цилиндр сцепления, ну и нижние болты крепления двигателя коробки, то есть коробки к двигателю. Их я тоже сразу откручу, сниму вот этот лючок, чтобы потом уже под машину не лазить, не подлазить. Кулису тоже откручу, чтобы кулису у нас отсоединить. Здесь достаточно открутить, ослабить одну гайку, и все, кулиса отошла. А как ее отрегулировать, я уже потом покажу, когда установим. Отключаем проводку от генератора и от стартера. Снимаем разъем с датчика давления. Шкив коленвала нам тоже придется менять, там другой стоит, ставить будем этот туда. Антифриз бежал, сливаю теперь масло с двигателя. Масло слил, откручиваю два болта, головка на 14, лючок маховика. Ослабляю кулису на 12. Кулиса ослабла, выдернул ее, откручиваю питание со стартера, головка на 13. И скидываем питание с генератора. Откручиваю гайки приводов. Шикарная штука. Ослабляю подушку. Ослабил, вот этот болт внутренний полностью выкрутил, этот ослабил, и с этой стороны на подушке два болта тоже ослабил. Откручиваем здесь массу гаечков с коробки и открутил нижний болт с рабочего цилиндра сцепления. Верхний я откручу сверху. Также откручиваю кондиционер, попробую его оставить здесь, но кто-то мне говорит, что этого может мне не получиться. Здесь вот трубки. А может быть, их сдвину как-нибудь. Ну ладно, попробую сделать. Ослабил натяжной ролик.
скидываю ремешок приводной с кондиционера. Ролик живой. Откручиваем 4 болта, 2 снизу, 2 сверху, и компрессор у нас отойдет. Головка на 12. Также скину сразу обе топливные трубки. По диаметру они разные. Нажимаем фиксаторы и поднимаем вверх. Также второе. Все снизу. Основное я все отключил. Здесь еще снял сверху патрубок, который идет на печку. А второй патрубок сверху отцеплю. Я думаю, что можно огородить снизу подставку, опускать двигатель и откручивать подушки. Решил снять еще радиатор. Отключаю патрубки, снимаю их и снимаю радиатор целиком. Патрубок на герметик садил. Откручиваю оба вот этих кронштейна, болтик М6 с одной и с другой стороны. С этой стороны мы снимаем разъем на управление вентилятором, снимаем паропровод на расширительный бачок. И также здесь у нас датчик температуры на радиаторе. Снимаем здесь разъем разделительный, две клеммы. Снимаем патрубок вот нижний, я его ослабил, сейчас скину. И радиатор можно поднимать. Все, радиатор у нас, по-моему, полностью освобожден. Аккуратненько поднимаем. Ослаблю и отодвину.
Ну и все, и кондиционер сейчас сверху два болта откручу и отодвину его сюда на шлангах. И тогда не надо фреон будет беспокоить, спускать. Поднял еще автомобиль, снял один патрубок и разъединил здесь второй. Это у нас шланг подачи и обратка гидроусилитель. Гидроусилитель у нас стоит спереди, снимать его там неудобно, поэтому мы снимем его вместе с автомобилем. А шланги помогают нам это сделать, разъединили и все. И как раз вот то, что я шланги разъединил, они мне дадут спокойно отвести компрессор кондиционера в сторону. Что, вроде бы я все отключил. Рабочий цилиндр снял, трос спидометра снял, проводку и с одной стороны, и с другой отключил, откинул. Вакуумный шланг. Вакуумный шланг снял. Теперь нам остается только поставить двигатель и открутить подушки. Поднять кузов и все. Выставляю двигатель. Все, подушка видно отошла. Открутил я двигатель. Все, он отцеплен у меня. Все три подушки открутил. И теперь поднимаю кузов. Смотрим, чтоб ничего не цеплялось. Вроде бы все снял, ничего не цепляется. Все, вот так вот двигатель остался на постаменте. Ну а дальше уже краном его снимаю и раскидываю. Вот такой двигатель пришел. Сейчас его повешу, прикрутил пятку, повешу на станину, на поворотную. И уже собирать буду на ней, а потом отцеплю маховик. Если не получится поставить, я думаю, что, наверное, не получится на месте. Перекручу уже отдельно.
Ну а теперь переставляю все кронштейны, все навесное, коллектора. Тот двигатель без трамблерный, этот с трамблером. Также насос гидроусилителя. Ну это откручиваем генератор, откручиваем наш шкив гидроусилителя, откручиваем шкив коленвала спереди. Ну и пойдем таким образом скидывать все и переставлять на тот двигатель. А этот двигатель уже голый, когда останется, зацеплю его и отцеплю от коробки.